Друзья, речь пойдет о всем известной российской певице, которую знает вся страна, Аните Цое. Вчера вечером в Кремле проходил большой концерт. После концерта Аниту Цой забрала скорая помощь. Ее без сознания обнаружили в гримерке концертного зала. Она уже практически не дышала. Коллеги, которые в тот момент находились рядом, пытались оказать ей первую медицинскую помощь и привести ее в чувство, но ничего не вышло. Пришлось вызывать скорую. Сейчас она находится в 28-й городской больнице города Москвы. Сообщается, что ее состояние крайне тяжелое. Что же на самом деле произошло с Анитой Цой, никто, к сожалению, не рассказывает. Даже ее концертный директор и тот скрывает всю информацию. Мы проследим за ходом событий и уже завтра рано утром на нашем канале расскажем вам, друзья, более подробнее об этой всей истории. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новостями.